футбол. Ему хорошо живется. Все, теперь ты прям. А ее зовут Кристина. Ей тоже хорошо живется. Ей нравится футбол. Ее зовут Алина. И она любит играть с Бонни. И она любит кушать макароны. Теперь ты. Ее зовут Кристина. Забыла. Ира. Ее зовут Ира. Она любит гречневую кашу. У нее есть кошка. Ее зовут Аня. Она любит макароны с подливкой. Это Варвара. Она любит макароны с сосиской. И она любит. Это Аня. Она любит макароны с подливкой. Его зовут Максим. Он любит котлеты. Его зовут Егор. Он любит из еды он любит гречку с молоком и сахаром. Ее зовут Вероника. Она больше всего любит горохом суп. Его зовут Тимофей. Он очень любит макароны с котлетой. Без. Я без всего люблю макароны. Я люблю больше всего читать. А ты? А я люблю играть в такую карточную игру, которая называется Умо. Его зовут Сергей. Его кошка зовут Соня. Его игра. Любимая вспекалка. Его зовут Влад. Его собаку зовут. Мама, его любимая, это хлопья. Вот Ваня, он любит играть в планшет. Это Илюша, он любит чинить разные вещи. Любит рисовать. Это Аня, она любит животных рисовать. У нее есть дома собака. Это Марина. Она любит зверей. Рисовать зверей. Рисование. Его зовут Вова. Он любит похулиганить, побаловаться, порисовать. Всякие вещи починить. Он любит всяких животных. Его зовут Ярослав. Он любит рисовать и любит животных. Его зовут Лёва. Он любит животных. Он любит разговаривать в скайпе и рисовать. Его зовут Антон. Он любит похулиганить, подраться, но любит делать хорошие дела. Вот, Боря. Он любит играть в лего и играть и строить. Ой, он любит играть в лего и играть в футбол. Это Федя. Он любит играть в строить из лего и играть
футбол. Это Даша. Она любит зверей, рисовать и играть в планшете. Это Аня. Она любит играть в планшет, рисовать и зверей. Тоже. Я вы сделала гэ!